Российские ученые предложили, космические аппараты можно будет использовать для перехвата осколков ядер комет, состоящих из крупных кусков льда. Мини-кометы можно будет транспортировать к Луне или Марсу и использовать там. Такой вариант авторы доклада видят более выгодным, нежели доставку ресурсов с поверхности Земли. Для энергосбережения специалисты предлагают использовать солнечные батареи. Ранее сообщалось, что Роскосмос в 2019 году планирует запустить 45 ракет. Это в два раза превышает аналогичные показатели за 2018 год. 19 февраля состоится запуск спутников для глобального интернета OneWeb. Проект OneWeb намерен создать группировку спутников, которая обеспечит доступом в интернет пользователей по всему миру.